Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Искушение. Тогда Иисус возведет был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол и се. Ангелы приступили и служили ему. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.